Что о вас говорит ваш номер в паспорте? Чтобы узнать, что он говорит, для этого сложите все цифры серии и номера паспорта до однозначного числа. Единичка, прирожденные лидеры. Вам стоит изображать бурную деятельность, даже если вы не заняты чем-то особенно полезным. Двоечки, душа компании. Такие люди очень общительны, у них очень много друзей. Это хорошие дипломаты. Троечка – это талантливые люди, которые любят публику. Бывают часто безинициативны, и это мешает им как в личной жизни, так и в профессии. Четверка – трудоголики. Для них важна карьера, любят стабильность и порядок во всем. Пятерочка – гедонисты. Им хочется всего и сразу, поэтому часто меняют свое окружение, работу или партнеров, редко привязываются к чему-то надолго. Шестерочка. Тимьянин. Добрый, искренний, ответственный. Если что-то обещает, сделает всегда. Семерочка. Своего рода отшельники. Им нужно уединение для того, чтобы изучать свою жизнь, внутренний мир, погружаться в него, анализировать, размышлять. Это прекрасные советчики, заряд в корень. Восьмерочка. Это успешные дельцы. Они масштабные люди. Для них важно, чтобы был материальный достаток. Ставят цели и достигают их. Девяточка. Люди тонкой душевной организации. Часто обидчивые и ранимые, чувствительные и стеснительные. Однако все время считают виноватыми других.